Легенды дракономании, ребятки, всем привет, с вами Александр, канал Линка Гейм, и у нас идет вот эта акция «Идеальный розовый», но это просто не акция, это просто какой-то кошмар, здесь настолько маленькие пулы, настолько маленькие эти периоды времени, что в этой игре, чтобы хоть как-нибудь продвинуться, вот здесь нужно, наверное, каждых минут так 10-20 заходить в игру, потому что полный ахта. Ну, я особо не стремлюсь занять здесь какую-нибудь высокую позицию. Феликс, по-моему, вообще забил на эту акцию. Да, как там дела у Редса, правда, не проверял. Но думаю, у Редса дела там неплохо. Он у нас по легендам дракономании магет и так жжет. Пример для подражания. Так, что у нас осталось? Собрать еду. Так, повысить уровень. И еще там что-то сделать. Давайте собрать еду. Сначала давайте продадим, по-моему, тут у меня есть лишний дракончик, чешуйка. Мне он не нужен, он обыкновенный. Обыкновенный мне не нужен. Вот, собрать еду. Так. Все? Нет, еще дают. Вот, теперь перерыв 5 минут. Так, это мы сразу давайте поставим задание, пусть себе там работает. Так. И сейчас кому-то нужно прокачать уровень. Точно, ребятки. Давайте сразу тогда мы выберем себе новую жертву. И это будет сегодня у нас дракон. Вампир. Это Дракула, ребята. Такой вот у нас дракошка. Так, вот как бы сейчас вам бы комбинацию на него, наверное, стоит сказать. Давайте сейчас попробую, если подождете полминутки. Я сейчас найду... Найду эту картиночку. Так. Давайте попробуем смотреть, что у него по стихиям. То есть пустота, металл, ветер. Где же ты, моя картиночка? Вот, я уже нашел. Дракончик Дракула. Чтобы его получить, нужно сосчитать пустоту, либо шипы и ураган. Либо взять ветер и к ветру добавить чешуйку стального, либо ассасина. Это 8%, и тоже 8% металл плюс туман, либо фанат. Вот так вот. Ну, а комбинация с пустотой дает 10%. Вот так вот. Мы это сделали, и давайте сейчас повысим ему уровень. 1, 2, 3, 4. Всего лишь 4. Пул 4, не больше, чем на 4 уровня можно повысить уровень. Вот такой вот забавный у нас дракончик. Ну, на Дракулу похож. Я одобряю. Такой какой-то демонический немножко. Но с добрыми глазами. Так, заглядываем дальше в акцию. Что у нас еще осталось? А, это мы уже все выполнили. Вот такие вот дела у нас, ребятки. Там все повыполняли. Заглянем-ка. Может, у нас... О, у нас есть дракончик кенгуру. Кенгурушка у нас есть. Давайте его поставим на выведение, пусть растет. Так. Так. Инопланетянчик у нас появился. Так, мы его сейчас разместим, но качать в этой серии не будем. Качать будем его в следующей серии. О, смотрите, наконец на эмуляторе выскочила вот эта картинка, которая постоянно зависала. Но все равно она исчезла. Так, а мы вот это перемещаем сюда. И внимательные уже, наверное, заметили, что у меня здесь за комбинация, ребятки. Подсолнух плюс молния. 10 часов. Ну, это явно не то, что мне нужно. Ну, а что здесь нужно, я думаю, вы напишите в комментариях, что же я хочу получить, ребятки. Что у нас тут идет по заданиям клана? Пока что тишина, да? Пока что тишина, да. Тут собрать немножко на рудничках. Давайте заглянем. Так, а там было задание собрать, либо завоевать. По-моему, собрать было 13 тысяч. Да. Почему нас бросило сразу на пустой рудник, непонятно. Так, это меня автоматически манит на эту акцию. Колдовские битвы я выполнил. Давайте глянем, что мне тут по осколкам давно не заходил. В последнее время как-то не особо сильно я здесь сражаюсь.
пару раз в день только захожу. Так. Тырям-пам-пам. Так, по прокачке. Земля, пустота. Ой-ой-ой. Да, у нас по пустоте вообще печаль, беда. Так, воды. Что у нас с водой? Так. А кого-то я хотел качать, ребятки. У нас есть 1,6 миллиона. Кого я качал? Ветер. Там был ветер, наверное. Где тут храм ветра? Храм ветра у нас уже прокачан. То есть мне нужен кто-то с водой. Заходим сюда, фильтруем по воде. И давайте смотреть. Вот кого я хотел качать. Это у нас молотоголовый. Молотоголовый. Давайте искать. У меня здесь есть отдельная отдельная зона. Так, не здесь. А вот здесь. Давайте сейчас мы тут найдем молотоголового. Вот он. И попробуем сделать его 30-м. И у нас это получилось. Поздравляем, мы разблокировали храм воды. Теперь мы можем качать драконов до 70 уровня. Осталось еще найти пару миллионов еды. Точнее, наверное, миллиард. Сколько, интересно, нужно миллионов, чтобы прокачать дракона на 70 уровень? С 30 на 70. Дико много. Ну, можно на калькуляторе посчитать. А сейчас я еще, знаете, хочу что проверить. Сколько у меня бьет тигр по сравнению с архангелом? А то я подзабыл. Так. 1,09 на 331. Так, а теперь найти тигра нужно. Миллион 1,09 на 331. Так, тигр, ты какой? Вот мой тигр. Да, архангел у нас сильнее, хотя здесь 40 и 3 звездочки, то звездочка, я примерно считаю, 2 уровня, то есть 46, а у архангела 43 плюс 2 звездочки, это получается 47 примерно. 43 плюс 4. Но получается, звездочка не так уж много дает. Уровень как-то что получше получается. Ну да, жизни намного меньше на 300 тысяч. И удар на 70 тысяч. Даже на 80 послабее. Ну так. У нас тут красиво сгруппированы все дракончики, да. Феликс постарался. 30-30. Ну что у нас-то по храмам, ребятки, осталось? Легендарный. Пустоту надо вкачивать, получается. Пустота и земля. И вода. Пустота, земля. А, подождите. Нет, вода уже у нас готова. Улучшаем. Пустота и земля. Хорошо, давайте зайдем сюда. Выберем пустоту. И нужно нам пустоту с землей, да, какую-то желательно. Ну вот, например, сфинкс, пустота и земля, магнит. А лучше, да, вот кого качнем. Качнем агента. Что у нас еще есть? Пустота плюс земля. Вот есть у нас такой эпический, тоже можно качать. Это у нас какой-то механизм, да, или как он называется, дракон, механический змей. А вот этот прикольный, мне Смауг нравится. Ну, в общем-то, есть кого у нас качать, ребята. И вот ведьмочка, по-моему, да, есть кого качать. Ну, это будем делать, наверное, чуть попозже, не знаю, посмотрим. А сейчас заглянем куда? На карту.
Посмотрим, сможем ли мы здесь что-либо вообще-то сделать. Так, 54, по-моему, здесь нам уже наваляли. Или нет? Так, что у нас здесь? 52-й. Ну... Осень. Факел. Тигр. Что-то как-то так плохо они пробиваются, я вам скажу. Так, заражение получено. Вот этого я, конечно, боялся. Ничего себе, не ожидал. Что его пробьет? Выжил. Давай, добей его. Хотя надо было бить его энергией. Но не беда. Ничего себе, мы справились. Так, босс Феникс. Это у нас Карлот. Ну, по-моему, он нам сейчас люлей надает, хотя, может, и нет. Чё, даже никакого текста не будет? Кстати, против него как раз... Тень хорошо зашла. Так, ну, понятное дело, что огонь против него никак. Да вот и все. Изи босс. Изи босс, ребятки. Так, ну, на этом тогда мы серию, ребятки, с вами закончим. Подумаем, кого мы прокачаем на следующий раз. И надеюсь, эта комбинация у меня получится. Всем спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто поставил пальчик вверх. И до скорых встреч.